Привет, ребята и девчата! Вот хочу поделиться небольшим опытом, который подглядела из интернета. Участок у меня огромный, но почему-то в этом доме не предусмотрена была теплица. Когда я захотела заказать теплицу, мне выставили счет 32 тысячи. С установкой, с цементированием, с поликарбонатом, с алюминиевыми дугами. И мы подумали с мужем, что на 32 тысячи мы купим КАМАЗ огурцов. Того оно не стоит. Эта себестоимость огурцов была бы очень высокая. В интернете я подглядела вот такой способ выращивания огурцов в бочке. Бочку я не нашла. Нашла какую-то старую тележку. Посадила 6 огурцов. У меня зазуля. Настоящий полковник. И третий я не помню, ребята. Вот они растут. Не желтеют. Форма у огурчиков хорошая. Вот зазуля. Сорт колючий. Вот зазуля. И есть еще вот такие вот длинненькие. Это вот, по-моему, настоящий полковник. Сейчас покажу, какой урожай я собрала. Ну, это вот получилось у меня за 2 дня. Вот, в принципе, вот эти длинненькие, вот зазуля колючий. И какие-то еще вот такие вот растут гладкие, очень хорошие огурцы. Не помню, ребята, название. Ну, вот смотрите, вот на семью вполне хватает. Я закутывала их в пленку, как шалашик, сделала ленточки. Так что способ из интернета работает. Семья с огурцами. И не нужно тратить 32 тысячи на какие-то огурцы. Вон, растут, растут. Ну вот, похвасталась. Пока-пока.